Audi – любимый автомобиль белорусов, и есть за что. Свежа память о сотках, бочках, А4, А6, это, кстати, у нас А4, двигателя дизельные обожают, машины надежные, кузова не гниют. И я рад показать вам вот этот экспонат, А4 2007 года, 1.9 дизель, механика. Главное достоинство именно этого автомобиля – это ее кузов. Она реально смотрится. Здесь весь спойлера такие, и черный этот цвет, и литье красивое аудюшное, и вот эти вот хромы, и плавничок сверху. Она… Вот ее хочешь, да? Вот как женщину красивую хочешь, ты ее хочешь. Вот эту вот черную мулатку, да? Вот эту вот германку, немку, не знаю. Автомобиль немножко специфичный в том плане, знаете, как BMW воды любят все шилдик М-ки прикрепить. Вот здесь вот S-Line Quattro прикрепили. То есть, не, она не квадровая, ребята, она обыкновенно переднеприводная. Простой 1.9 дизель, который обожают в народе, это все тут есть. Но была бы на настоящей Quattro 9 тысяч, она бы не стоила. Точно стоило значительно дороже, потому что, ну ладно, хрен с ним. Приедет Quattro, расскажу про Quattro. А сейчас расскажу про нее. Господа, вот за что мне тут вообще респект и уважуха, это ее кузов. Ты посмотри, какой он, бляха-муха, твердый. Она вот такая прям цельная, сбитая. Ай, сковорода. И вот это, ну реально, как сковородка, твердый, прям такой. А, этот спойлер, он просто вообще, просто весь вид здесь делает, видон хорош. S-Line, S-Line. Кто разбирается? Я не... Вот что, S-Line, не S-Line? Напишите, дайте под тем продискутируем. О! Есть еще ничего, нет? Зачем пустую возить? Смотри, багажник вдаль большой, в ширину узкий, но чистый, аккуратный, с ковром. Колесо хоть отдали. Ой, полноразмерная запаска на литье. У нас тут имеется еще улыбка джага-джага. Смотри, и здесь как они, а? А что это? Ну и вот такая вот финтиплюшка. Короче, здесь тоже ковролин, братцы, все качественно, нормально. Это C-Audi. Салон. Но этот папилас радует не только кузовом, но и салоном, поскольку, братцы, черная кожа, ты посмотри, какая аккуратная, она имеет состояние, вот, ну, магазинное. Ни одной царапы я тут вообще не вижу. И здесь, смотри, какая, ну, тут чуть-чуть. Ну, ладно, это ж уже БУ. Такая же прелесть и тут. Некоторые бэушные Audi очень сильно скрипят со временем в салоне. Здесь нет. Я был приятно удивлен, мы проехали, ни одного щелчка, треска не было. Здесь все качественно, такая твердо-мягкая, блядь, твердо-мягкая, масло-масляное. Ну вы поняли, крепко, цельно, не скрипит. Электропакет здесь у нас, ну, если не максималка, то точно близко к ней, потому что все на коже, все регулируется автоматически, причем передняя и задняя тоже. Ой. Много всяких кнопочек, двузонный климат, магнитофон с навигацией. Здесь Quattro закрашиваем, забываем, мягко, хорошо, мультируль. И такой подлокотник, что хочется ехать далеко. Да? Да. О, ха-ха, я нашел это, как я это люблю. Ай-яй, и видишь и солнце днем, и ночью звезды, и хочется это наблюдать, стать где-нибудь на берегу моря, или ты зреешься, так сиденье откинусь, с девчиной с какой-нибудь, и хорошо. Я не знаю, что больше хочу, с Audi, а лучше Audi на раз девчины. В общем, суть, поняли. Едет, как должна ехать Audi, прям бу-у-у, монолитно-рельсовая, движок работает без нареканий, коробка без нареканий, рулится отлично. В общем, такой интересный немецкий брутал приехал к нам в Автохаус Гранд, ребят. Красиво, стильно, благородно, дорого и, конечно же, да блин, нормально. Автохаус Гранд, контакты в профиле.